Здравствуйте, с вами магазин «База автозвука». Сегодня мы рассмотрим камеру заднего вида, штатную от компании PrimeX, модель MU124444. Поставляется на фирменной упаковке. Данная камера предназначена для автомобилей Hyundai Accent и Kia Cerato. Давайте рассмотрим комплектацию. Так, здесь у нас двухсторонний скотч для монтажа имеется. Сама камера заднего вида. Устанавливается она в плафон подсветки номерного знака заднего. Вот полностью пластиковая. Герметично заклеена, пыль, влага защищенная. Класс защиты IP68. Подключается она на питание 12 вольт с помощью кабеля питания, который идет в комплекте. На нем еще есть видеовыход. РЦА или по-другому называется тюльпан. Для него имеется удлинитель видеосигнала длиной 5 метров. И в комплекте также есть инструкция и гарантийный эталон. Сейчас мы камеру подключим на питание. Посмотрим, какое качество изображения она будет выводить. Камеру мы подключили на питание. Видим изображение с данной камеры. Изображение четкое, все детали абсолютно хорошо видны, даже самые мелкие. Установлен сенсор в данной камере CCD от компании Sony. Разрешение камеры составляет 728 на 582 пикселя. Угол обзора заявлен 170 градусов. Как мы видим, он достаточно широкий. Ну и также есть парковочные разметки, да, для удобства парковки в трудных местах. В темное время суток камера также будет хорошо выводить изображение. Для этого ей вполне достаточно фонаря заднего входа. При покупке на камеру распространяется гарантия. Гарантия составляет 2 года. Дополнительные характеристики и стоимость камеры вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.